последнее время, мы последние десятилетия, мы приезжаем в Москву, насколько возможно, регулярно. Последний раз мы были на гастролях в 2005 году. Но всегда с помощью России. Это так было и в 2005 году, так это и сегодня происходит. И очень согревает мысль о том, что Россия продолжает думать о судьбе своих соотечественников в ближнем зарубежье. Это действительно так, это действительно очень нас поддерживает. И такие гастроли, и такие фестивали, как фестиваль в Санкт-Петербурге, который регулярно проходит в стран СНГ и Балтии. Конечно, хотелось бы, чтобы таких контактов было больше. Для нас поездка в Москву, встреча с вами, с московским зрителем, это возможность проверить, кто мы, откуда мы, куда идем, с чем пришли, поскольку некоторая такая замкнутость, в которой мы оказались, она нас пугает, и нам очень хочется проверить себя на столь высоком уровне, как взыскательный московский зритель. Репертуар, который мы привезли, ну, каждый театр, когда едет на столь значимые гастроли, выбирает репертуар, который бы более полно отражал бы сегодняшнее лицо театра, представлял сегодняшнее лицо театра. Этот репертуар мы и привезли. Вы можете считать это или актом наглости, или актом приверженности традициям, но открываем мы наши гастроли на сцене художественного театра «Вишневым садом», спектаклем, премьера которого впервые произошла на этой сцене. Наверное, это в какой-то мере акт нашей наглости. Но я надеюсь, что вы сами определите, что хорошего и что плохого в этом нашем решении. Мы привезли очень разный репертуар. Скажем, современная драматургия российская представлена пьесой Гришковца «Дом». Мы привезли помимо этого и такие спектакли, как спектакль по пьесе Шмидта, слава богу, это не идет, кажется, в Москве. «Отель двух миров». Спектакль, который поставил у нас бывший наш актер, ныне заслуженный артист России, актер, режиссер, продюсер, сценарист Владимир Еремин. В его же сценической редакции эта пьеса называется «Визит дамы». Это всем хорошо известный «Визит старой дамы» Дюрюмонта. Вот четыре спектакля, которые мы привезли и хотим как бы отчитаться перед вами о том, как мы живем сегодня этими четырьмя спектаклями.